На самом краю Аврориной скалы мыса Айтадор на 40-метровой высоте каким-то чудом держится крошечный дворец, построенный в готическом стиле. Это знаменитое «Ласточкино гнездо». Почему знаменитое? Уж больно изыскан и причудлив этот средневековый рыцарский замок, ставший визитной карточкой южного берега Крыма и, пожалуй, самым известным символом всего полуострова. Самое первое строение было деревянным, затем многократно перестраивалось, переходя от одного хозяина к другому. При немецком нефтепромышленнике бароне фон Штейнгеле в 1912 году маленький дворец приобрел тот самый вид, к которому все мы давно привыкли. В конце 20-х годов прошлого столетия замок претерпел 7-бальное землетрясение. К счастью, само здание не очень пострадало. С него лишь свалились и упали в море высокие конические башенки. Долгие 40 лет строение было закрыто для посещений, ожидая ремонта. В 1970-м была проведена, наконец, реконструкция, и замок вновь открылся для посетителей. Сегодня это место мы называем ласково и нежно – «Ласточка».